Заворотнюк объявилась в необычном месте. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» посетила Святую Землю. Незадолго до того, как Анастасию Заворотнюк сразила болезнь, она побывала в одном из святейших и необычных мест России, в Горнинском женском монастыре. В 2015 году актриса совершила паломнический тур и заезжала на подворье русской духовной миссии в Иерусалиме. Об этом рассказали близкие актрисы. Сестры этого монастыря, как говорится в сообщении, молятся за здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня». Родные Заворотнюк поблагодарили монахини-служителей мужских монастырей по всей России. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для нее очень ценна такая поддержка. Отметили родственники актрисы в посте, опубликованном на странице в поддержку Заворотнюк в Инстаграм. Поклонники в комментариях к посту пожелали Заворотнюк скорейшего выздоровления и добавили, что также молятся за нее. О болезни актрисы «Моей прекрасной няни» стало известно в начале осени. Сообщалось, что у Заворотнюк рак мозга. Родственники звезды подтвердили, что она борется с недугом, но не уточнили диагноз. По последним данным, всю правую часть тела Анастасии парализовала навсегда. Артистка, которой грозит новая болезнь, передвигается на инвалидной коляске. За Заворотнюк ухаживают поочередно ее мать и муж Петр Чернышов. Однако на Новый год фигурист оставит жену, он вынужден выступать в новом ледовом шоу, ведь лечение супруги дорого стоит.